Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, с вами Эл Дезертир, и мы продолжаем кооператив хардкора. Два крестоносца во втором акте побежали, где мы там остановились. Где остановились, это копии. Копии черного каньона. Че, нам наверх, каньон. Каньон. Нам вот сюда. Каньон. Давай, каньон. Каньона. Ты в этот хочешь зайти? Да. Очаровательный погреб. Конечно, стоит. Вдруг они посчитают, что мы тоже еда, и нападут. Да. Мне сейчас показал, что ты исчез с экрана, что ты умер. Тебе было бы очень... Слушай, мне поменять щит на синий или нет? В смысле? Или оставить такой у тебя? Ну, руна же открылась. Какой-какой у меня? Кинул синьку и доволен, убежал. Вот именно. Какой-какой у меня? Ты про что? У тебя синий щит, а у меня желтый. Ну, я не знаю, чем из них лучше, какой там. Наверное, зря я решил между ними встать. Не буду я разрушать семейную парочку. Мне не хватает гнева сейчас. Ты что же не пацаны? Против? Больно они как-то бьются? Да ладно, меня как-то вообще не ударили. Тем более они мертвые. О, как. Так. Штанишки с двумя дырками. Так, и чё, и чё? И куда, и зачем? Ну вот сюда. Вот слышно дрель? Да. Нет. Замечательно. Так, а пока мы бегаем, напоминаем, что у нас есть клан, в котором... Находится он вот здесь, и называется он Жазловой. Там уже до хрена, кстати, игроков. Сколько там? Много. В общем, ну, вот, ну вы сами видите. Да. Есть люди на хардкоре, есть на софткоре. Можете прыгать в комнаты открытые, бегать, умирать, делиться опытом, вещами, там, эскизами. Да, ну, кстати, пока на героике либо люди выше нас, либо люди... ниже нас, и поэтому мы пока ни с кем не можем поиграть. Но вот один человек уже близко к нам, на самом деле, поэтому как-то так. Ладно. Все, паровоз прибыл. Скорый поезд Москва. Экватор. Да-да. А если что, то даже если вы написали что-то в прошлой серии по поводу поезда, мы этого не знаем, потому что мы записываем, как обычно. Несколько серий. 20 серий в один день. Да, в одну минуту. Тут синие мошки. Голубые, я бы даже сказал. О! В смысле, простые, но голубые. Нифига у нас это, двойные молоты полетели. Я подумал, ничего себе, что за руна такая. Пойдем. Давай, ты поговоришь. Наверное, зря мы сразу оба, да? Ну, почему? Я тех подружил, давай с этими. Тебе... А, ну давай. У меня дружные ребята попались. У тебя нет. А я их не дружил просто. Ой, а вот тут уже не я уже думал, нифига себе, это что, элитный монстр какой-то к нам идет? Да, идет один. Все, на свободе? Да, на свободе. Не люблю вот этих вот, когда они огненные. Да, ой, я его подружил. Он на нашей стороне не знает, что делать. И поджег его, кстати. Блин, флаг мешает, не видно, кого я бью. Надо подвинуться. А мне видно. Я как раз ровно в стороне от него стою. Все, мы убили его. Да? Больше трогать ничего не надо. Вот там вот чуваки есть. Давай вот этих убьем сейчас. Мошек. Не люблю мошек. Ну, я вот поэтому на коня сел. О, вовремя ты телепортанулся, когда они уже почти хотели уйти от нас. Так а я специально, я туда прям... чётко. Рассчитал, да? Да-да-да. Вот там еще такая же группа. Ну, тут это уже группу как-то послабее. Вот там, вон, вот сюда вот.
Вон. Куда? Вниз, вверх, вон, говори. Вон, 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 по прямой. Там до хрена народу. Давай я их привлеку, короче, смотри. А я как бздик. И подружим всех. Да, пусть там они сами выясняют, у кого дубинка больше. Я им помог немножко. Так, ну у меня сейчас левел будет. Вот про такое лучше не надо вслух говорить. Тут просто монстры как бы. Я их всех подружил вообще. Так, мы куда вообще идем? Ты время засек, когда мы начали записывать? Да, у меня сейчас 6 минут прошло. Сколько? 6. То есть, в принципе, примерно еще... 15. Где-то, да. Ну, может, чуть побольше. О, кстати, какой-то квест новый. О, блин, подожди. Это на скорость надо проходить. Чем быстрее, тем лучше. И в конце сундуки дают. И за это ачивка есть. Я знаю. Ну что? Чё, бежи. Ну, пошли, пофигу. Раз в 1000 лет, видишь, нам как повезло. Да, если вы не успеете выбраться, то... Мы умираем? Да. Нас, по-моему, просто из города, из пещеры. Нет! Ну можно в конце концов. Мы на героике, чувак. А, кстати, на самом деле я не знаю, но просто бежим с ним сейчас. Давай, на лошадь. И в разные стороны побежали. Ну ищем, ищем в разные стороны, давай. Там же закончится. Здесь тупик. Беги в другую сторону, беги в другую сторону. У меня нет, убежать, надо убить. Все, миллион времени потеряли. Плюс это хардкор, чувак. Вот не надо шутить со своими жизнями. Да пофигу, бежим. Там главное аккуратно вниз не спускайся. Терпение. Это будет хорошая битва. Давай, 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 я верю в нас, чувак. Ты на лестницу беги. О, сейчас сдохнет кто-то, но зато он тут гоблина я нашел. Да хрен с ним, с этим гоблином. Ты видел, что у меня тут? Ну что, если я вход найду, что мне орать тебе, ждать, заходить внутрь? Да, заходить внутрь. Но у меня тоже тупик. Я походу нашел. Да, я нашел. Я зашел, фуф. Беги. Найди. Я один сундук без тебя нашел. Я крут. Давай, чувак, я пока не открывал. Только один случайно. А тут синьки, я не смогу уйти. Беги! Пробеги коняшкой. Стопы коняшкой, стопы. Я не могу к тебе телепортнуться. Я знаю. А, телепортнись в город как-нибудь. И потом на меня. Или так нельзя, интересно. Вот. Я через синик прям пробежал. О, меня никто не тронул, я вышел, сейчас к тебе телепортанусь. Да, всё? Отлично. Охрененно. Вот видите, ребят, как все хорошо складывается иногда. Так. Один главный сундук уже открыл, не вытерпел. Ну я случайно сказал же, мисс кликнул. А, хочешь, мы теперь в город вернемся и пойдем всех синик там добьем. Что я не так храбр. Ну пойдем. Стой, стой, стой. Нет, нет, нет. Выйди, выйди, неправильно ты. А, сделал. На тебя? Надо вначале телепорт найти, вернуться в город, и в городе у нас будет телепорт мой. И вот в него надо зайти. Вернись в город. А я потом если по тебе телепортнусь. Если я сейчас в город вернусь. Нет, вернись по телепорту. Если ты сейчас в мой телепорт зайдешь, тогда я в город пойду. Потом прыгну на твой флаг, и все. Ты уже дерешься? Сейчас. Где там твой телепорт? Ну, синенький. Так я не знаю, где он у тебя. Ну, он прям перед входом стоит. Перед каким входом? А, значит, он закрылся, все, побежали дальше, ё-моё. Я вообще-то в твои телепорты не могу прыгать. Ну, тогда мне надо просто этот найти. Как его называется? Портал нужно найти. Точнее, телепорт надо найти и потом зайти в свой портал. Ну тут телепорт снизу. А, еще сверху один есть, кстати, да. Ой, это элитный. Да, это... Ну, я его подружил с собой. Блин, сосед
Задолбал. Зря ты использовал, потому что там огромная такая вкусная куча стояла. Чтобы мы глаза этого не видели. Я молчу! Ты тогда и отбегай от меня далеко, чтобы я этот свет не видел. А чё мне, кстати, пещера интересная, да? Ничего, кстати. Нифига себе, коняшка сожгла всех. Ну, я ж тебе говорю, она урон дает. Да просто я не думал, что он такой сильный урон дает. Дает, дает. Там ты до телепорта, кстати, так. Почти добежал. Ты так, книжку вот взял? Он. Книжку, да. Пишу, а семи владыка... Вот у меня портал есть. Идем, заходи. Ибо мне кажется, я не могу в твой портал прыгнуть. Я ты знаю. Прыгай, вот я когда по тебе я прыгну. Сейчас прыгну, ты на давай, 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 давай. И мы сейчас бац и умираем. Давай быстрее прыгай, тут их много. Да, 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 уже. Ох, нам сейчас будет попа. Мне нужно больше гнева. И великие воплощения зла. А нет, смотри, нормально под ними стоит. Смотри, и сундуки открыли, и этих добили. Ну, вообще офигенно. Еще и не умерли при этом. И это не последние элитки, которые здесь есть. Да, тут их много. Правда, мы одного гоблина выпустили. Да хрен с ним, с гоблином. Знаешь, по-моему, то, что мы здесь столько опыта получим, это намного круче. Ой-ой-ой, чувак, меня зажали. Я немножко тебя спас. Это хорошо, что ты меня спас. Так, подружитесь уже там. Да я подружил их, подружил. Тут просто элитка, видишь? Да. А я что-то путаю, или это так на самом деле было, что когда ты желтого убиваешь, все остальные трое серебряных умирают? Нет, ты путаешь. Не было такого? Нет. Видишь, живы. Хотя элитка умерла. Так, ну нам не сюда. Почему? До конца просто пройдем, да? Нет, так там же этот. Там выход, да. Ну, я тебе о том и говорю. Я-то добежал. Ну да, вон было, по-моему, внизу, там тоже ничего интересного не было. Здесь вот мобы. Вон там элитки. Конечно, мне было немножко непонятно сейчас, каким макаром ты умудрился там пробежать туда. В смысле? У нас были оба, да, достижения, значит, у обоих, у тебя, ну, у меня. Видимо. Хотя я ее не проходил, по-моему. Я первый раз увидел ее. А почему ты мне достижения не дали? А может быть, это все достижение, типа, исчезло? Перенесли его в... А как этот Редкое. Раздел называется? Ну, типа это. Великие подвиги. Великие подвиги. Не знаю. Ну, посмотри, у меня великих подвигов его нет. Видимо, потому что я его не выполнил. Вот, видишь, мои еще остались. Угу. Такой звук был прям. Да, щит так бьет. Блин. Больно. Лови. О, сумка. Я уже ее очистил. Все, телепортируемся в город, то здесь больше нечего ловить. Там в начале были. Мы же тоже в начале не убивали. Мы просто пробежим сюда. Говорят, что именно он убедил Азмодана. И много сэкономил времени. Ну так, чуть-чуть. Так началась война между. Вон там элитки. Я ж говорил. Говорун какой, а? Живой вступил в сражение, мне написали. Мертвый погиб от сражения. Вот ты любишь коняшку вызывать. Ну она урон офигенный наносит, что мне ее не вызывать? Подружитесь уже, братья и сестры. Селедки, размножайтесь. Вызвал коняшку, чтобы тупик на картере открыть. Все, пойдем отсюда. А там? Мы уже время теряем. Пойдем. Мы смотри, это сколько убьем. Тут. Ё-моё! Блин. Брыса, да, я вернулся?
Чуть о наживе услышал сразу так. Где тебе? Это появился уже сразу. Да-да-да. Сколько тут опыта? Стоит сказать, что это про опыт, и Элкин тут же тут. Я тут шмот, оказывается, не подобрал. У меня в сумке места даже нет. У меня еще есть. Ой, я штаны нашел с двумя дырками, вообще ништяк. Давай пойдем подеремся. Сейчас я быстренько продамся. А пока события начну. Ты такой негодяй. Ох, если меня сейчас Магда убьет. Че? Так где там? Хтыщ! Так, надо выпустить. Миша, всегда вовремя. Даже он мне сказал, как ты вовремя. Все, все, пошли, пошли. А этот без меня главный опыт получил и радуется. Ага, халявно. Видал, видал, видал. Видишь, мой сильнее. Не думаю. Книжка. Магда добралась. Но коня не выпустили, да, говорит, у тебя это лицензии, прав нету. Да-да-да. Ездить по этой пустыне. О! О, вот это я никогда не видел, а по-моему, может быть... Да там он книжки, те вот, которые я тебя спрашивал. Сейчас тут появится, блин. Вон, видишь, 16-я страница. 16. Беги! От кого? Там толстые! Они меня так одного персонажа уже убили. А я их тут никогда... Я сейчас только еле вспомнил, что тут толстый. Хорошо, что они заблочились вот так вот. Да у нас щиты есть, это же те не маги. Чувак, они с одного удара вынесли мне 10 тысяч. Наверное, когда все всеклись в тебя? Нет, один. Так. Там этот. Кто? Гоблин? Нет. События. Что привело тебя сюда? А пойду еще наверху открою. Да, ты пока открывай, я пока побью. А, здесь только два. Ну да. Да не ври. Где еще один? А, вот он. А я знал, что ты появишься. О-о-о. Так, подружись, пусть культ там против дерется. Хорошо, что все-таки Blizzard решили физику добавить. Планет. Так трупы порой разлетаются. А, ты про это? Ну да. Книжку дал и успокоился. С ним еще поговорить может. Че, телепортироваться не будешь на них? Так я уже. Поскакал, да? Конечно. Иго-го. Ладно, дружите, все-таки, ребят. Близам надо все-таки исправить этого коняшку. Чем? А он глючит. Только если ты мышкой в этот момент нажимаешь. Так, вот все равно этих вошло. Переманить на нашу сторону. Вот так? Да, пойдем Магду убьем. Пойдем тут закончим. Не, я хочу Магду убивать.
А, бо-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 
Зачем ты культовика убил, а? Они сражались на нашей стороне. Блин, а он мне врезал, блин! Ох, хорошо, что щит у меня был, а? Бедолага не знает, что делать. Блин, вот честно, если бы не щит... Не было бы дезертира. Да, не было бы дезертира. И бежи. Да, квест полностью выполнен. А эти стоят там, ждут, пока у них щит залетит. Сколько у тебя сейчас до левела? 10 клеток. Уровень. Внутрь не зайдешь? Чего? Внутрь, говорю, не зайдешь? Да тут их на улице полно. Ты же не хочешь достижения освободить всех? А, вообще-то я как бы его сейчас и делаю. Я уже его давно выполнил. Ну я его тоже давно выполнил, но почему бы не выполнить еще раз? Не могу поверить, что я свободен. А тут еще синьки. Меня сейчас убить могут. Да не врите, они убьют. Еще раз так елки умирает, и я еще не могу заснять, да? Ну. Эй, ты мне наврал, здесь нет синьк. Они чуть подальше. А, вот теперь вижу. Все равно ты мне наврал. А синик можно переманить на свою сторону? Да. Ну да, мы только что золотого переманили, а что синик-то? Не, синик нельзя, Эл. Только золотых. Ну кто их знает? Так. Ну умри ты уже. Пойдем наверх. Как же меч? Чего? Как же меч? Какой меч? Ну тут меч крутой подобрал. Тебе хотел отдать. А! Слушай, тебе надо? Ну-ка. Ой, не туда. Где там клан, сообщество, общий чат, все, группа. Не, отстойный. У меня я вот только что как бы с этим ходил, и было офигенно. Сейчас погромче. Подобрал другой. Чё ты сегодня? А такой? И такой фигня. Ну, в общем, я подобрал вот этот. Теперь у меня урон 800. Это тоже фигня. А у тебя сколько урон? 75,5. Я причем его у торговца купил с дыркой. Нет, ты не понял. 623. Пошли вниз. И что здесь у нас? И что? Ну, золотая У меня вообще ничего здесь нет. Две золотых шмотки. Терпение. Ничего нету. Две золотых шмотки. Окей, я тебя поздравляю, чувак. Искренне тебе сочувствую. Причем, хорош там. Обе мне добавляет урон. Того у меня сейчас 970, почти 1000 урон. Ну что тебя эти культовищики не уважают? Культуристы. Найдите Агаму, поговорите.
Я с сундуком сначала. Ты вначале с сундуком? Подожди, я тоже его тогда открою. Ну, в смысле, возьмешь. Чего? В смысле, возьмешь из него. Ну, спасибо. За что? То, что я не увидел, где этот сундук, а ты согласился на событие. Ну, это как всегда. Воу-воу-воу-воу-воу. Магда, на нашу сторону, не? Не. А мы переманивали этого, слышь, на нашу сторону, мясника. Кого? А сейчас культовиков переманим. Я не готова. Мне нравится то, что теперь у Магды нет щита. Ну да. Вон, видишь, он Магду бьет. Бил, бьет и будет бить. Зачем поджег Магде платье? Ну как же без этого-то? Ох. Беги! Да. Ё-моё, Магда, ты раньше не баловалась ледяными кубиками. Она решила нас с мартини угасить с кубиками льда, видимо. Так, я её на себя отвлек, пока ты там это... Блин. Надо было ей уйти с этого места. Ой, бежим, бежим, бежим! Так, она еще Инесс поджигает? Да. Что-то Магда вообще значит, оборзела. Она и бабочек. О, эти еще и взрываются теперь. Но чем дольше мы ее щекотим, тем веселее она становится, я понял. Да. Я не удивлюсь, если она сейчас в Диабло превратится. Диабло Магда, отходи оттуда. Он прям в задницу, он взрыв вошел. Слишком тяжело, говорит мне мой. А у меня все нормально. Блин, сколько мне щитов они надавали на год вперед. Да ладно, первый ролик. Всегда был ролик. Умирая, не, у меня до этого ни одного ролика не было. Проверься у окулиста. Прикольный голосок у нее. Да, да, что, завершаем эту серию. Ну, фактически, сейчас мы телепортнемся уже окончательно. Потому что я уже здесь. И давай прощаться, потому что мой дятел уже достал меня. Так, Магда мертва. Круто. Ну что ж, ребятки, всем спасибо и до следующих серий. Да, я думаю, что как-то так. Всем удачи, спасибо, что нас смотрели, и пока-пока!